Другим темам. Примерно на 5000 рублей вырастут зарплаты бюджетников края в следующем году. Это подтвердили в правительстве региона. Повышение это запланированное, ведь в стране растет минимальный размер оплаты труда. А в бюджетной сфере на это принято реагировать. Однако повышение пройдет не в виде стандартной индексации. Правительство края утвердило рост доходов бюджетникам всех сфер ровно на 3000 рублей. И на эту сумму накрутят районный коэффициент и северную надбавку. И в итоге выйдет следующее повышение. Для центральных районов края, в том числе в Красноярске, от 4800 рублей, на севере от 7800. Напомню, что повышение МРОТ планируется до 30 795 рублей с учетом региональных особенностей.